Так, ну, магазин Росток. Магазин Росток. Сейчас мы возьмем аминокислот, фосфорных, антистрессовых, побольше такого что-нибудь полезного для растюх. А где у нас все прибамбасы? Ага, вот они. Значит, что нам надо? Взять вот эту? Нет, вот эту. Аминокат взять чуть-чуть. Так, аминокат. Райкат старт. Так, ладно, не буду затягивать видео. В принципе, все здесь, как во всех магазинах, всего полно. Глаза разбегаются. Порой, когда заходишь сюда с деньгами, хочется, так, неорганическое что-то пустить в... Неорганическое пустить по капле. Псевдобактерийное. Так, ладно. Все. Буду искать. Семян море, это все есть, народ работает, что-нибудь типа триходермы, что-нибудь типа триходермы, но тут нету у них в ростке никакой триходермы, биосептенол какой-то тут, биокомпост. Так, ладно. Все, мне надо еще 13-40-13 какой-нибудь. Маленький вот тут взять. 13-40-13. Ага, вот есть. Еврахим. У нас тут монополисты. Поэтому 3-20 у меня мешок лежит дома. А вот 13-40-13 прошлой весны отсутствует. А, я его в пекинку вылил, мешок. Ну, пекинская капуста. Так. Все. Хлористый кальций. Хлор нам не катит. Так. Ну, ладно. Магазин Росток, Славянск на Кубани. Пойду. Как бы все деньги не растратить. Всем удачи.